Всем здравствуйте! Предлагаю связать сумку из двух моточков карамель Бэби, шнур 2 мм, полиэфирный. Цвет у меня медовик. В 150 граммах 200 метров. Такой шнур, а также любую фурнитуру, а также джут и трикотажную пряжу вы можете приобрести в магазине «Пряжа Центр РФ» со скидкой в 10%. По промокоду S404-52, который я пропишу на экране, а также в первом комментарии. Данную модель я увидела на платном сайте, где есть платное описание, то есть оно продается. И решила связать это сама, потому что поняла, принцип вязания я знаю, да, и понимаю, как это связать. Мы начинаем вязать от донышка, которое имеет круглую форму, и делаем плавный переход к стенкам. Мастер-класс очень подробный и, в принципе, доступен начинающим, я думаю. И потом из тоненького шнура очень приятно и комфортно вязать. Использовала крючок на донышко 3,5 и на стенке сумки, а также на вывязывание ручек крючок уже использовал номер 4. Размеры моей сумки 36 сантиметров, это полу обхват, и в окружности получается 72 сантиметра. Довольно большая сумка получилась. И глубина ее от донышка и до вот этого места, внутренней части между ручками, вот здесь вот у меня 36 сантиметров. В комплект к этой сумке у меня есть вот такая вот панама, связана в технике филейного вязания, тоже с использованием вот такого фигурного донышка с рельефными столбиками, и перекликается с полями, как у донышка. По рафии, по шляпе у нас есть мастер-класс, также вы можете связать данную сумку также из рафии. Что вы узнаете в данном мастер-классе? Вывязывание самого донышка я оставлю на него ссылку, так как вязала его отдельно, так как данный мастер-класс подходит для вязания также ковров, подставок под горячее. На базе него связана также и панама моя. Обратите внимание на ручки, они связаны с правильным наклоном. Из данного ролика вы узнаете, как делать наклон вправо у ручки, чтобы это гармонично смотрелось, и наклон влево. И смотрите, в конце видео я показываю, как со вспомогательным крючком делать наклон вправо. Обратите на это внимание. Просто так, наверное, будет гораздо легче. Не сразу сообразила. Связать вы сумку можете любого размера. Мое донышко было изначально 20 сантиметров, а в окружности получилось, как видите, 72. То есть это большая такая нормальная приличная сумка. Допустим, если вы хотите большой шопер связать, то значит донышко вам нужно вязать уже примерно сантиметров 25. И на это, скорее всего, уйдет 3 моточка. Да, мне не хватило на обвязку. Я обвязывала соединительными столбиками и ручку, и весь периметр сумки. И мне 1,5 метра от 2 моточков не хватило. Вот смотрите, у меня присутствует здесь другой цвет. Вот пошел. И вот до сюда доходит. То есть 1,5 метра шнура мне не хватило. Имейте это в виду, поэтому может быть где-то на один ряд что-то где-то меньше провязать. Можно, в принципе, уменьшить количество столбиков на длине ручки. Да, я не сказала, сколько у меня получилась сама ручка от основания. Моя ручка 45 сантиметров. То есть это мне позволяет носить данную сумку на плече, то есть у меня на подмышке. Можно, в принципе, связать коротенькую ручку, кто как любит носить. А я вам желаю приятного вязания и, самое главное, будьте здоровы! Оставлю видеоурок, на котором я показывала, как вязать круг из столбиков с одним накидом, с рельефными вот такими столбиками. Далее из него я буду вязать сумку. Замеряю свой круг. На данный момент у меня провязано 8 рядов. У меня 8 столбиков в каждом рапорте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 рельефный. 12 раз по 8 столбиков. 8 рядов провязано. Замеряю радиус 8 сантиметров. Значит, один ряд у меня занимает 1 сантиметр. Если мне нужно 10 в радиусе, а в диаметре получается 20, то мне еще не хватает 2 ряда. Два ряда с прибавками. Но к донышку я пойду плавно, поэтому буду чередовать один ряд с прибавками, другой ряд без прибавок, чтобы на донышко выйти плавно. Поэтому 9-й ряд сейчас у меня, и я буду провязывать его без прибавок. Делаю 2 подъемные петельки и вяжу во второй столбик, столбик с одним накидом. Вяжу также в раскол, как и в предыдущем видео показывала. 3 петли подъема тоже считаю за столбик,
4. Вяжу патентным столбиком. В предыдущий раз рассказывала разницу для тех, кто не знает. 5, 6, 7. И теперь я сюда не делаю в рельефный столбик еще один столбик прибавку, а сразу вяжу рельефный. То есть в предыдущем ряду у меня было 8 столбиков, и сейчас будет также в каждом рапорте 8 столбиков. Завершаю 9 ряд, последний столбик и рельефный в конце каждого ряда. И соединяюсь между первым и вторым столбиком, подъемная петля, соединяюсь протяжкой. И снова теперь следующий ряд я буду вязать уже с прибавками. То есть 2 подъемные петли, заменяющие первый столбик. Во второй столбик в раскол вяжу столбик с накидом. Считаем 2, 3, 4, 5, 6. Вязала в раскол все эти столбики. Восьмой вяжу под вершину рельефного столбика и рельефный столбик. Получается у нас прибавка. Теперь 9 столбиков в рапорте. Считаем вместе с петлями подъема. 2, 4, 6, 8, 9. И вот таким образом буду чередовать. Итак, я довязываю ряд, в котором у меня 2, 4, 6, 7, 8, 9 под вершину и 10 рельефный ряд с прибавками, в нем 10 столбиков в каждом рапорте. Так, соединяюсь между первым и вторым столбиком, петелька горизонтальная, и в нее соединительным столбиком соединяюсь. И вот смотрите, у меня уже плавно закругляются стенки сумки. Можно еще, если вы хотите больше, можно больше. Если вы хотите по диаметру, у меня по диаметру получается 20 сантиметров дно сумки, но я его 2 последних ряда чередовала с прибавками и без, чтобы было плавно. Не путайте с окружностью, окружность гораздо больше. Если вы хотите 25, значит, судя, если у вас такая же плотность, вот давайте по моей плотности порассуждаем. Если мне нужно 25 в диаметре, то я пополам радиус, я должна провязать 12,5 рядов, ну либо 12, либо 13. И, соответственно, должно быть в рапорте 12 или 13 столбиков. Значит, довязывайте до 10 столбиков, а потом чередуете 2-3 раза на свое усмотрение, или до 9 столбиков. 2-3 раза чередуете через ряд, то есть с прибавками, без прибавок. То есть дальше поднимаю стенки на желаемую высоту сумки. Снова 2 подъемных петли. Во вторую вяжу в раскол. И так далее, да, то есть теперь без прибавок, вот 10 у меня есть сейчас в рапорте, так 10 и будет оставаться до конца вывязывания всей высоты сумки. Без прибавок я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23 ряда. По сантиметрам это 34 сантиметра. И теперь нужно будет сделать обвязку и выполнить ручки. Давайте завесим на весах. Остаток, который у меня остался, 48-49 почти грамм. Завершаем вместе ряд. Последний мой, 23-й. У вас может быть другой ряд. Вы смотрите, как вам больше нравится. Последний у меня столбик рельефный. И соединяемся. Я буду соединяться также, но вам покажу, как можно вязать по спирали. Соединяемся в первую горизонтальную петельку,
Самая первая, она находится между первым и вторым столбиком. Вытянули нить и провязали столбик. У нас есть одна вершина нового ряда, можете ее себе пометить. И далее, смотрите, внизу два столбика, а петля у нас одна. И далее в раскол, то есть не под вершину, а чуть ниже опускаемся, захватывая и вершину, и сзади перемычку. Вытянули петлю и провязали. Вот теперь два столбика и две вершинки у вас. И далее чуть ниже опускаемся, чем шапочка столбика, чуть ниже. Вот в эту петельку вместе с перемычкой и начинаем обвязывать. Единственное, я хочу с подъемной петлей провязать. Просто посчитайте количество столбиков и количество петель наверху, да? Это для начинающих. Я буду провязывать с подъемной петлей. Я сейчас возьму крючок на 0,5 поменьше, 3,5. Завожу под первую горизонтальную. То есть, как я и раньше соединялась. Завожу крючок в первый столбик, то есть в раскол. Вывожу ниточку, теперь ближайшую к себе накидываю, потом ту, которая у меня дальше, и провязала столбик. И далее буду в раскол вязать. Не затягивайте петли, когда мы вяжем обвязку. Так, можно крючок уже поменять на четверочку. В конце ряда к вам вернусь, вместе его завершим, для тех, кто также соединяется с подъемной петлей. Довязываю первый ряд обвязки. Кто вяжет по спирали, у вас нет подъемных петель, и вам не надо соединяться. Значит, просто дальше продолжаем вязать. Я еще второй ряд провяжу сейчас обвязки. Под первую горизонтальную завожу крючок, ввожу ниточку на изнаночную сторону, очень хорошо притягиваю. Теперь завожу первый столбик под первую петлю в раскол и под перемычку. Здесь крючочек можно поменьше взять. Придерживаю петлю, завела в раскол и под перемычку вытягиваю ниточку, накидываю ту, которая у меня по изнаночной стороне. Первый столбик готов. Так, крючок свой верну. И далее в раскол буду вязать. Вы можете вязать под две полупетли, то есть под шапочку. Это по вашему желанию. Я буду вязать, вставляя крючок под перемычку, точнее между двух ножек и под перемычку, то есть в раскол. Вытянули, провязали. Довяжу второй ряд и потом будем вывязывать уже ручки для сумки. У меня остался последний столбик. И соединяю все так же. И выполнили подъемную петлю. Теперь нужно отметить ручки. Раскладываем все ровненько. Заранее обдумайте длину ручки, учитывая ваш рост и то, как вы будете ее носить. Либо в руке, либо на локте, либо на плече. Я уже пометила маркерами там, где у меня будет начинаться ручка и заканчиваться ручка. С одной стороны и, соответственно, с другой стороны. Сумка у меня сложена пополам. Итак, я дошла до первого маркера. И отметила я так. У меня есть центр, 3 раппорта слева, 3 раппорта справа. У меня всего 6 раппортов с одной стороны сумки и 6 раппортов с другой стороны сумки. Одинаково отметила зеркально на обеих сторонах. Итак, у меня есть центральный рельефный столбик, от него один раппорт, и второй раппорт идет,
И от рельефного столбика, включая его, раз, два, три, четыре, на пятом столбике стоит маркер. И с другой стороны аналогично. Раз, два, три, четыре, на пятом столбике стоит маркер. У меня между маркерами 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 27 столбиков. Вы можете сделать поуже расстояние, либо наоборот пошире. Примерно делим пополам половину сумки и еще раз пополам. Ну и немножечко корректируем под себя. Итак, иду до первого маркера. Мне нужно провязать еще 2 столбика. Один, и включая маркер, на котором у меня стоит столбик, на котором стоит маркер. Сделала петлю и теперь набираю необходимое количество воздушных петель для ручки. Буду набирать 70. 1, 2, не затягиваем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 70. Набрала нужное мне количество воздушных петель и теперь присоединяю ручку в тот столбик, куда я отметила, там, где у меня стоял маркер. Вытянула петлю и провязала. Далее я пройду узором до следующего маркера и от следующего маркера также наберу воздушную цепочку, присоединюсь к столбику, который у меня отмечен, и дойду круговой ряд. Следующий ряд. Не дошли до первой ручки, значит, 2 столбика. И теперь провязываем в начале ручки вот таким образом. Один столбик вытягиваю. Неважно, у меня он раскол, может быть, у вас просто под шапочку провязывается. Так, у нас есть рабочая петля, и одну петлю мы вытянули. Теперь еще один столбик остался. Вытягиваю. Теперь вот здесь вот повнимательнее. Это до ручки мы делаем, с наклоном вправо. Мы вытаскиваем из-под крючка 2 петли и меняем их местами. Сначала накидываю ту, которая у меня была последняя, и следом за ней та, которая первая была. Вот так это выглядит. И теперь подхватываем рабочую ниточку и провязываем все петли вместе. У нас получилось с наклоном вправо идет. Далее передо мной воздушная цепочка. Я буду провязывать не за заднюю перемычку, чтобы была косичка. Я буду провязывать, мне больше этот способ нравится. Я буду провязывать за верхнюю полупетлю и вместе с ней прихватывать верхнюю полупетлю соседней петли, чтобы было надежно и край у нас получится очень красивый. Здесь будет 2 ниточки. Количество столбиков на ручке никогда не меняется. Как есть в моем случае, как я набирала воздушную цепочку, допустим, из 70 столбиков, так оно и остается. Можете себе пометить и пересчитывать. Под вершину ставлю маркер, чтобы убедиться, пересчитать, что у меня должно быть 70 столбиков. Первый столбик есть, второй также под верхнюю полупетлю и захватываю верхнюю полупетлю, которая входит в эту петельку, то есть чтобы было 2 ниточки. Второй столбик, третий, четвертый и так далее. 69 и последний столбик 70. Провязали ручку, все петли. Теперь у нас одна петля на крючке и смотрим на полотне, у нас 2 столбика. Вытягиваем петельку из первого столбика из следующего столбика. И теперь все 3 петли провязываем под одну вершину. У нас получилась убавка с наклоном влево.
И далее вяжу столбик в столбик до следующей ручки. И вот так вот аккуратно смотрится край ручки, можно даже не обвязывать. Мне больше нравится, чем косичка. Вы можете провязать за заднюю перемычку, чтобы получить вот здесь вот косичку. Одна петля на крючке, это рабочая петля, она не считается, и осталось два столбика. Я сниму маркер, он мешает. Вытягиваю петельку из первого столбика, из второго. Вытянули петли, у нас 3 петли на крючке. Последнюю и предпоследнюю меняю местами. Поменяла местами. И теперь провязываем все 3 на крючке под одну вершину. Вот появляется уже наклон вправо. Далее провязываю то количество столбиков, которое у меня и было на ручке. Оно никогда не меняется. И можно на первой провязанной петле ручки также поставить маркер, чтобы, доходя до него, вспоминать о том, что последние две вершины, обращать на это внимание, провязываем, меняя их, последние две петли. Мне нужно довязать последних два столбика на ручке. У нас есть рабочая петля на крючке, и также смотрим. Первая шапочка, вторая шапочка. Вот он, первый столбик и второй столбик. В первый захожу, смотрю, чтобы в раскол попасть. Угу. Вытянула нить. Во второй захожу. Вытянула нить. И все 3 петли провязываем под одну вершину. И далее вяжу столбик в столбик. Провязывание справа не совсем удобно многим покажется, поэтому можно, наверное, воспользоваться вспомогательным крючочком. Вытягиваю ниточку. У меня осталось 2 столбика. Один и второй, который у нас уже идет по косой, да? Один и второй. Вот первый я вытяну вспомогательный крючок и отправлю за работу. А второй уже вытяну тем крючком, которым работаю. Захожу в раскол. Проверяю, как я вошла, все верно. Вытянула нить. И теперь со вспомогательного крючочка подхватываю. И вспомогательный крючок уже отдыхает у меня. Провязываю. По-моему, так даже удобнее, потому что все время одна петелька выскальзывает. Ее трудно натянуть на крючок. И далее не забываем о том, провязывая ручку, пересчитывать, что у вас количество столбиков на ручке не меняется. Итак, я провязала 4 ряда ручки. И есть желание обвязать, но у меня осталось очень мало уже прям ниточки. Попробую, наверное, добавить другой цвет, посмотрим, что получится. Но в любом случае, если даже буду обвязывать другим цветом, начну я этим, чтобы вам показать. Значит, я провязала последний столбик. Первую горизонтальную петлю соединяюсь, вывожу ниточку. И теперь надо пройти соединительными столбиками. Теперь ввожу крючок между последним и первым столбиком. Под вот эту петельку, которую мы вытянули. Накидываю на крючок петельку, которая у нас сзади работа находится. И вытягиваю вот сюда рабочую ниточку. Перед первым столбиком ниточка находится, между столбиками точнее. И теперь прям под вершину подхватываю и протяжечку делаю. Под следующую вершину и протяжка. И так далее, под следующую протяжка. Стараемся не затягивать петли, чтобы обвязка не стягивала полотно. И провязываем. Вот такая косичка, она немножко и уплотнит край и придаст завершенный вид. Под следующую косичку. И далее пойду по ручке, не пропуская ни одной.
и так далее. Под все вершинки, не пропустив ни одной. Дохожу до конца всего периметра. И осталась одна петелька, ее нужно сформировать. Отрезаем нить. У меня еще немного нити осталось, и надо попробовать обвязать еще внутреннюю часть. Опалили кончик. Вытягиваем ниточку. Так, кончик у меня, ах, цепляет ниточку. Значит, мы еще разочек. И теперь надо создать еще одну петлю завершения, да, чтобы у нас по кругу было все беспрерывно. Под первую петельку за обе стенки подхватываем, подхватываем ниточку и протаскиваем. Теперь в центр последней петельки нужно попасть. И вытянули на изнаночную сторону. Здесь уже крючочком меньшего размера нужно хвостик убрать, так чтобы он был незаметен. Ну, самостоятельно справитесь. Потом кончик припалить, когда он будет коротеньким, и прижать его. И вот теперь я думаю, хватит ли мне обвязать ручку. Смотрите, какой законченный вид у ручки. Хватит ли мне обвязать его с другой стороны. Также опаливаем кончик. В любой столбик заходим по 2 петельки. Вытаскиваем ниточку и начинаем также обвязывать. Нить сзади придерживаю. В соседнюю заходим петельку по 2 ее перемычки. И протягиваем. И также начинаем обвязывать внутреннюю часть ручки. Стараемся не затягивать петли, обвязку, да, чтобы не стянуть края. Доходим до другой части ручки. И вот здесь вот уже, смотрите, между горизонтальной части, и ручка у нас уже пошла под другим углом. Между ручкой воткнул крючок, между горизонтальной и изгибом ручки воткну крючок, вытяну одну петельку, и теперь уже по косичке. Здесь в данном случае у нас одна полупетля, и под эту одну полупетлю. Прохожу последнюю петельку на ручке, точнее полупетельку. Подхватываю, протягиваю. Теперь так же, как и с другой стороны, между ручкой и полотном вот сюда вот в уголок вставляю и делаю протяжку. И под следующую, под первую горизонтальную петельку полотна между ручками. Притягиваю тот кончик, который у меня в начале. И осталось одно отверстие. Также обрезаю нить. Опаливаю кончик, чтобы он не распускался. Протягиваем, и теперь нужно также создать горизонтальную петлю, которой не хватает, завершить круговой ряд обвязки. Под 2 полупетли заводим крючок, протаскиваем ниточку и вводим теперь ниточку, последнюю петельку в центр. С изнаночной стороны крючок завожу, центр петли и протягиваем. Хвостики все равняем. Сзади у нас 2 хвостика встретились. Равняем их и, соответственно, прячем. Первая ручка обвязана. Также выполняем обвязку второй ручки. У меня буквально остался 1,5 метра шнура для того, чтобы обвязать внутреннюю часть второй ручки. И есть еще вот такой вот цвет. Я решила выйти из положения. Он чуть темнее.
сколько не хватит, я обвяжу другим цветом, никто никогда не догадается. А как вам поступить, чтобы хватило? Провязать либо на один ряд меньше, либо длину ручки выбрать поменьше, да? Дохожу до конца. У меня прям совсем чуть-чуть осталось. Прям чуть-чуть мне не хватило. Я думаю, что я не буду спаивать. Я просто потом все кончики запрячу. Вытяну нить уже другим цветом. Сзади все придерживаю. Также делаю протяжку. И продолжаю. Сзади все ниточки, обе ниточки придерживаю. Потом их очень аккуратно приберу. Когда закончили обвязку, убираем все хвостики. Убедитесь, что все косички у вас одинакового размера здесь. И хвостики начинаем убирать. Под задние полупетли. Когда хвостик прибран, да, он уже не торчит. Подпаливаем и просто зажигалкой его приклеиваем. И больше он никуда не денется. А со вторым хвостиком я точно так же поступлю. Их не будет видно. Когда убрали кончики, отпариваем свою сумку через хлопчатобумажную ткань вместе с паром под утюгом. Не касайтесь шнура. Паром, в отличие от рафи. Вот рафию можно паром обдавать и касаться рафи. А вот со шнуром поаккуратнее, иначе он может поплавиться. Желаю вам легких петелек, и самое главное, девочки, будьте здоровы!